Ребята, доброе утро, времени 8 утра. Мы с Настей прямо сейчас собираемся ехать показывать вам красивое место. Начало ролика я сниму на старую камеру, чтобы батарея на то и хватила. Там уже буду снимать на хорошую нашу камеру. Настя, как всегда, в туалете. Да? Угу. То есть, ничего не меняется, по сути. Можно и не было не включать. Покакала? Я писала об на дорожку. Все, ребята, вышли на нашу камеру. Уже подъехали в город и на место, которое мы хотим вам показать. С нами наши замечательные Алина и вот этот мальчик, это такси. Таксистя! Ду-ду-ду-ду! Смотрите, куда мы приехали. Ну реально голубое, ребята, я не знаю, оно голубое с зеленым? Голубое-зеленое, да. Это для нашего города вообще что-то волшебное на самом деле. Ну больно. Настя, а давайте тут с факту первый. Давай, мы всегда так решаем. Я пока снимаю. Давай. А ты что не Давай, я снимаю. Давай. Алина! Давай, кто второй? Давай. Давай. Давайте, девочки, вперед. Давай. Никто не просит сальто назад. Делай сальто вперед. Страшно. Алина, ну что как? Больно? Ты ничего себе не отбила? Страшно? Что было-то, скажи? Все, прыгаем. Давай. Что, поехала? Давай! Страшно! Стекло! Нет! Давай! Давай! Настя, все тебя ждут! Блин, я вообще не могу, что такое? Давай! Оп! Ну чё, Настя? Чё, как? Это жесть! Там такой полёт! Настя задним! Пипец! А, руки отбил! Холодно! Полет! Я никогда так не летал! Ты реально так захватывает! Видеоблог, что ли? Да. Ну да. Типа видеоблогеры. Паша, Настя. Паша. Там высоко. Паша, не надо с разгона, ты сейчас стукнешься. Давай. Сейчас. Паша заматерился, да? Давай! Только нога пошла вперед, давай! Ух ты же отбил! Охуенно улетишь, блядь! Да вообще жестко летишь! Смотри, резво! Он что, тебя столкнул? Я не виновен. Ты зачем это сказал? Настя, знаешь, что самое странное? То, что тебя люди узнают по сиськам. Ты когда узнала, что это? Это мой ориентировочный знак. Все, братишка, я снимаю. Ты должен. Ну скажи что-нибудь напоследок. Да подожди, я еще не залез туда. Ну ты напоследок уже скажи. Ну страшно, капец, как здесь сверху. Так один, мне кажется, хватит. Какой один? Два? Нет, два пускай. Ну, тогда один пока. Там на видео два прыгают и вообще высота тогда маленькая. Один. Давай вдвоем, Давид! Говорят, плохо будет, Давид. Давай вдвоем. 100 рублей впустую. Может, вдвоем? Давай вдвоем сразу, Давид. Давай, давай вдвоем, я заплачу 100 рублей еще. Давай, иди. Давай. Все, Давид, поздно вдвоем. Давид, извини меня, пожалуйста. Я снимаю, нахуй. Давай.
Вдвоем плыли. Раз. Так ты смотришь. Тут есть, еще есть такие же два озера, мы еще посмотрим на них. Но именно чтобы купаться, только здесь можно. Так что, кто из Перми, там из Березняков, не знаю, кто близко к Перми, приезжайте сюда, в Александровск. Тут очень круто, просто красиво и сделано все для людей. ТП-база готова. ТП-база ready. Снова та самая точка. В прошлый раз мы прыгали вот с этой, получается. Сейчас наша задача прыгнуть с этой. Ну блин, согласись, вот сразу же пришли и спрыгнули с самой высокой почти. Да. Кто красавчик? Мы все. Подожди, кто-то из вас не прыгал, я точно помню. Это ты вроде таджик. Я прыгал с этой. Нет, ты что врешь? Прыгал. Иди прыгай, давай. Я снимаю. Прыгал. Давай. Я снимаю. Скажи ему, что я прыгал. Я не прыгал, не помню ничего. Алина. Нет. Ёшки-матрёшки. В общем, Пашка так прыгнул, что отбил себе руки. Не сгруппировался. Может, все красное. Не, вот именно вот так вот, что. Да зачем ты махал? Ты что думал, как птица полетишь, что ли? Красивее бы. Типа, знаешь что? Надо бы еще все вместе держать, мне кажется, да? Да, вот, ну. Отдыхает в Сан-Тропе. Это солнце, эти горы, этот пляж. В общем, вот. Моя любовь, она сейчас прыгнет вот с этой фигней. Чувствую, как все плохо сейчас. Ты очень такой секси-бой. Да. Давай, ползи, я тебе говорил, что это нелегко. Жестко вообще! Я говорю, отбивается капецко. На спине лежит. Нет. У меня было ощущение, что я вообще не понимал, где я отвечаю. Я просто не понимал. Это очень. Это сейчас очень и не больно? Ну ты взлетел капец, конечно. О, это было. Я тебе говорю, о, видишь, ты хулибачин тоже отбил, как я. Вообще, да. У меня здесь ничего нет. Красное все. А все ухо мне красиво. А то у тебя синее будет завтра. Я вообще я не знал, где я нахуй нахожусь. Че, рубль 2? Не, я-то не, у меня нахуй. Вон, смотри, у меня так же бочина все отбита, и ухо красное, пипец. У тебя даже на этой камере видно ухо просто красное. Надо вообще кипу одела, смотри. Как готово будешь, руку подними, на счет 3 прыгаешь. Вау, молодец какая! Ты просто акробат! Настюха красава! А ну конечно того стоит, но блин, готовьтесь к худшему. Как меня развернуло, это... Ну, в принципе, все нахер, весь бок отбил. Ну, это просто... Ты прям как акробатка. Не больно, если ты группируешься, то вообще нормально. Конец. И лицом. Солнце, все. Да, и тут... Вода, все. Что происходило, непонятно. Выплываю, все отбито, ноги вот так, все. Да, у тебя ноги отбиты. Вот так, вот эта часть и вот это все. А?
Капец. Ну нормально, чувак, красавчик. Вот и все, ребятушки, прощаемся мы с этим прекрасным местом, которое нас удивило. Буквально недалеко от Перми, 250 километров, вы можете реально почувствовать себя как будто бы в другой стране, что ли. И пока что это все ухожено. Давайте. Всем пиз. А нет, на Настю еще пиз. На концовочку сделать. Настя, мне пофиг, что ты голая. Я голая. Да, голая и голая. Скажи концовочку. Скажи. Пошли, дурак, я голая. Скажи концовку. Всем пока, я там. Я всех люблю. Нет. Да иди посмотри, он нормальный, вот сейчас иди посмотри, он спит. Иди сюда. Стяни его пальцем. Блин, да, на всякий случай держать. Ах, он спит! Пускай это полежит. В смысле пока? Он сейчас вообще гулять пойдет. Паш, я его боюсь. Все, я в тебя сейчас его кину, отвечаю. Паш, пожалуйста, не надо. Ты что сразу же стонешь? Он такой противный. Так задень и все. Так я даже задеть его боюсь. Я не знаю, почему я боюсь, я не трусиха же.